Распаковка. Значит, заказал себе немножко деталюшек. Масляный фильтр. Где он тут? Что, нигде не написано, что это масляный фильтр? Ну, в общем, масляный фильтр. Типа оригинал. Ну, даже он тут есть. Это уже радует, что хотя бы он есть. Все, буду на днях масло менять. И очень важное, очень-очень важное, это замочки, личинки замков в двери и в багажник. Потому что багажник до сих пор я открываю вот таким способом, веревочкой.